Всем привет! С вами я, Александр Сучков, и вы сейчас находитесь на канале Noobaz Company. И сегодня я буду играть в LF4D 2. Ну, не бету, конечно, версию, но LF4D 2. В общем, мы сегодня поиграем в эту игру. Я буду играть без читов, без всякой хрени. Просто буду играть компанию. Со Steam, то есть, все как надо. Так, давайте тогда, я не знаю, что сделаем, давайте... Пока что создадим лобби. Так, сегодня мы будем играть в переход. Мы будем играть на средней сложности. Давайте публичная игра. Сервер, давайте локальный сервер. То есть, чтобы сервер был на компьютере на моем, а не сервер, который, ну, там сервер. Так, в общем, выбираем нашего игрока пока что. Пока что я тут думаю. Пока я жду их. Мою команду, то есть. Так, можно пригласить друзей, но я не хочу палить свой... В общем, Steam. Ладно, ждем пока что их. Вот, подключился уже один. Так, ну давай. Давай. О, еще один. Давай, еще один. А, он вышел. Ну ладно. Давайте, можно, все. Эдмонд. То есть у нас теперь в команде. Так. Никто не выживает вечно. То есть это какое-то такое... Я бы не знаю, как его даже назвать-то. Какое-то такое сообщение, такое прям никто не выживает, а тут такая команда. Сзади тоже можно увидеть команду, это команда первая, то есть там где Билл, ну там Фрэнсис, Луис, там Зои или кто там еще. А здесь Элис, Рошель, тренер и Ник. Ну, мы играем за тренера, потому что на него у меня поставлено, ну, я бы сказал, аддоны, плагины. В общем, очень интересно это все будет смотреться. Так что давайте сейчас посмотрим, что из этого выйдет. Вы посмотрите все мои, то есть, моды, плагины, которые есть. Так. Ладно. Ну. Типа чё? Все? То есть, закончилось, да? В общем... У меня закачалась, кто еще не понял, вот это запессинг. А вот у Эдмонда она еще грузится, поэтому я... Когда переберетесь, можно будет заправить генератор. Он очень он шумит, когда работает, но не волнуйся, Элис, мы тебя отсюда прикроем. Ну что, все ясно? Элис, ты ей ответишь? Какая же она красавица. Какая красавица. Да, он все понял. Увидимся на той стороне. Биту иди. А сейчас пойдем под рекой. Ведь круто звучит, Элис. Давайте. Да. Это. Так, а что, пистолетов нет? А, я могу взять пистолет, и я могу взять биту или лом. Я возьму лом. Остановите его! Да. Стреляйте. Перезаряжаю! Не, ну мне интересно играть с ботами, потому что это боты. Вот что. Я перезаряжаю. Перезаряжаю.
ничего не дают. Ладно. Тут есть оружие. Перезаряжаю. Стоп, откуда у нас оружие? Вот. Где вы взяли? Пушки! Перезаряжаю. Давайте. Сейчас загорится! Так, ладно. Пошли наверх. Так, кто-то заходит, выходит, что-то такое. Пытается сделать. Сюда. Граната! Идем здесь! Так, тихо. Бомба. Клевая штука. Бросаю бомбу! Где она, блин? Убейте его! Уберите его! Здесь охотник! Он дальше не может зайти. Кидает. Перезаряжаю! Идем по кинетику. Перезаряжаю!